В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На днях ход проводимых работ проинспектировало руководство местной администрации. Сколько дворов преобразятся в этом году и что нужно сделать, чтобы попасть в план благоустройства, узнавала наша съемочная группа. Жители дома 41 по улице Кирова уже пользуются новой детской площадкой. Рядом с ней размещены спортивные снаряды. А рабочие в это время завершают укладку асфальта и ремонтируют проезды к придомовой территории. Так в этом году преобразятся 40 дворов городского округа. Это участки, которые включены в план комплексного благоустройства. Благодаря проводимым работам в люберецких дворах появится более 1500 парковочных мест. На этапе подготовки документов, как установки детской площадки, так и ремонтов тротуаров, были собрания собственников, были протоколы, которые сдавались, и по этим протоколам принимались решения. Во дворах, где мы делаем ремонт, если вы видите, все зеленые насаждения остались целыми. Ничего не спиливается, деревья не убираются. В этом году благоустройство дворовых территорий проходит в два этапа. Первый, в рамках которого запланировано обустроить 19 участков, практически подходит к завершению. На сегодняшний день работы выполнены по 12 адресам. А через неделю планируется приступить ко второй части комплексного благоустройства. Это еще 21 двор. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделено порядка 80 миллионов рублей. Гарантия на дворы на асфальтированном покрытии 3 года. Вот. Если жители увидят какие-то замечания, все остальное, мы готовы встретиться, готовы также с подрядчиком эти вопросы порешать и в рамках гарантийных каких-то ремонтов все это устранить. Завершить работы планируется к 1 сентября. Для того, чтобы включить свой двор в план ремонта на следующий год, необходимо подать заявку в администрацию. Они будут приниматься с 1 октября до 1 декабря текущего года. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.